Петр, как ваше настроение? Замечательно. Вы вчера были на Масленице? Конечно. Зачем вы сюда пришли? Здесь замечательный концерт. Как вам зима? Обожаю ее. Что вы думаете про молодежь Далгополса, которая уезжает за границу? Я об этом не думаю. Это естественный процесс. Какой самый глупый поступок совершили 20 лет тому образ? Думаю, что у меня вообще не было глупых поступков, но моя муза считает, что я, наверное, какие-то поступки совершал. Глупые. Какой момент в вашей жизни был самый переломный? Такой момент наступает в жизни каждый раз. Кажется, что каждый переломный. Что вы смотрите в Ютубе? Абсолютно ничто. Какое видео вам нравится на моем канале? На твоем канале нравится контент автора. Что вы думаете про Skyway? Skyway – это что-то связано с небом и с электричеством. Я думаю, что это что-то новое, и это очень нравится молодежи. Вас устраивает ваша зарплата? Меня устраивает не зарплата, а моя жизнь. Что бы вы посоветовали для молодежи Далгополса? Она и так у нас умная, а со временем станет мудрая. Советы никому не годились, и никто на советы не обращает внимания. Кому хотите передать привет или что-нибудь просто пожелать? Пожелать? Хотел бы себе пожелать сфотографировать Бога и увидеть Иисуса Христа, но это невозможно. Больше вопросов нет.